На рассвет пойдем, заебал. Уже проспали все. Ну, друзья, как говорится, и я проснулся. Вот. Ну, денек только начинается. Мы с Ладос просто решили выйти и, так сказать, подремить. День Ладос. Рюкзачком 6 килограмм на максимум. Попробуем вытянуть. Раз. 12:30, позанимались, надо воды попить скорее. Прикольно вообще, да, вот? Дорогу. Вот, в общем, движемся. Место называется Белая гора. Пау-пау-пау. Добрались до Олимпика. Ладос уже там комаров отбивает. Небо в ночи брызги, малиновый рассвет обойдет мой сон. Лето дарит мысли, я на ветру повыс. Блестяще, чистенькая, хорошая. Комаров, правда, снимать лучше. Пчелы какие-то летают, я вообще не пойму. Фу. Да, я тоже хлебну сейчас. Холодная. Ну, очень холодная. Кстати, нормально, вкусно. А, я и говорю сразу, Ладос. Вода вкусная, он не верил еще мне сначала. Вот. Е-бой! Е-бой! Ну, в общем-то, двигаемся дальше. В принципе, мы уже, короче, подошли к воде. Проведи меня до дома, мы знакомы, да.